В этом видео мы с вами разберем систему дохода в проекте «Свой в Альфе». В данном проекте мы зарабатываем на рекомендации банковских продуктов. Это дебетовая карта, кредитная карта, кредит наличными, накопительные счета, вклады, брокерские счета, страхование ОСАГО и КАСКО и так далее. Каждый банковский продукт дает определенное количество баллов. Мы с вами рассмотрим дебетовую карту, которая идет абсолютно бесплатно и доступна любому гражданину Российской Федерации с 14 лет. Дебетовая карта дает нам 8 баллов, которые вам начислятся после активации данной карты. Активация карты – это когда клиент воспользуется данной картой и сделает любую покупку суммарно на 1000 рублей либо более. После этого клиент получает приветственный бонус 500 рублей, а вы в кабинете увидите подгрузку 8 баллов и также вам начислятся целевые баллы. Целевые баллы начисляются за определенные действия клиента. 5 баллов вам начислятся, если этот клиент будет новый для банка, либо он не пользовался счетами банка более 2 лет. 3 балла начисляются за подтверждение госуслуг в мобильном приложении, 1 балл за настройку СБП, 1 балл, если в течение календарного месяца клиент делает покупки на более чем 5000 рублей, и 1 балл начисляется за оплату ЖКУ, штрафов и налогов. Итого, за одну карту вы сможете заработать 19 баллов. Это минимум 1900 рублей. Чем больше у вас суммарно баллов за календарный месяц, тем выше стоимость 1 балла. Минимальная стоимость 1 балла для самозанятых – это 100 рублей. В проекте всего 10 уровней квалификации от А1 до А10. И чем больше у вас будет баллов личных и вашей команды, тем выше у вас будет квалификация. И, следовательно, выше стоимость 1 балла и больше бонусов вам будет начислено. В квалификации считаются баллы за 3 поколения. Давайте разберемся, кто входит в эти поколения. Первое поколение – это ваши личные продажи. Это ваши клиенты, которым вы даете свою персональную ссылку из агентского кабинета. Второе поколение – это клиенты ваших агентов. Вы также можете регистрировать людей агентами по своей персональной ссылке, и их продажи будут вам входить во второе поколение. А третье поколение – это агенты ваших агентов. И когда вы суммарно за календарный месяц набираете, предположим, 250 баллов, это получается уровень А4, тогда за первое поколение, за ваши личные продажи, вы будете получать по 110 рублей за 1 балл, за продажи ваших агентов 25 рублей за 1 балл, и за продажи агентов ваших агентов 5 рублей за 1 балл. Таким образом, растет доход вознаграждения за календарный месяц. Очень легко подсчитать, зная свои баллы самостоятельно, этот доход, но также у вас будет обновляться предварительный расчет в кабинете, и вы сможете видеть, сколько баллов у вас подгрузилось и какое вознаграждение вы получите за данный календарный месяц. Но самое интересное – это бонусы. Здесь у нас есть 3 вида бонусов. За новых квалифицированных агентов, бонусный дуэт и бонус за все поколения, начиная с квалификации А8. Мы с вами рассмотрим первые 2 бонуса. Бонус за новых агентов начисляется, когда вы регистрируете агентов, и агенты набирают минимум 40 баллов. 40 баллов – это примерно 3 дебетовые карты. Если у вас будет один квалифицированный агент в течение календарного месяца, то вы за него получаете 2000 рублей бонусом. Если набираете 2 квалифицированных агентов, то вы получаете по 3000 за каждого агента. То есть ваш бонус составит 6000 рублей. 3-4 агента новых в календарном месяце, то вы получаете по 4000 рублей, то есть 12 либо 16 тысяч рублей будет ваш бонус. И если вы в течение одного календарного месяца регистрируете и помогаете выйти на выплату 5 агентам либо более, то за каждого агента вы получаете по 5000 рублей дополнительно бонусом. То есть это от 25 тысяч рублей либо более. Второй бонус – это бонусный дуэт. Он начисляется, когда вы, либо ваши агенты из первого поколения, закрывают определенные квалификации от А4. Очень важно, что здесь нельзя перепрыгнуть, и нужно идти от первого бонуса 2000 рублей и дальше. То есть, если в первый месяц работы вы сразу же закрываете уровень А6, то вы не получаете в первый же месяц 6000 рублей, а вы получаете первый бонус 2000 рублей. Второй месяц работы вы закрываете снова А6 либо выше, и вы получаете уже следующий бонус 4000 рублей. И таким образом эта ступенька будет передвигаться снизу вверх. И самое интересное, что когда ваши агенты будут также закрывать уровень от А4 либо выше, вы также за них будете получать бонусы по данной таблице. То есть, если у вас 3 агента в течение одного календарного месяца закрывают уровень А4, то вы за каждого агента будете получать 2000 рублей разовый бонус. И так далее. Чем больше у вас команда, тем квалифицированнее у вас агенты, тем больше бонусов вы будете собирать в течение одного календарного месяца.